закрыл за свойством состава, другой за свойством события, а остальные подшиваются. Это такая шутка юридическая. А вы анекдоты знаете? Анекдоты? Да. Да, у меня большой банк анекдотов. А я как раз собираю анекдоты. Даже могу на конкретную тематику. Ну, посмотрите, я могу на этнические, политические, сексуальные, семейные, про Брежнева. Ну, раз уж вы сейчас на стриме, насколько я понял, давайте я вам расскажу анекдот один про Брежнева, а потом лично свой ремейк про российских блогеров с этого анекдота, если вам интересно. Давайте. Ну, вот кто там постарше вас, кому там 55 плюс, помнит, тогда было подорожание в начале 70-х. И вот перед этим подорожанием собирается политбюро. Брежнев говорит: товарищи, у народа много денег, большой дефицит. Давайте цены повышать. Он говорит: давайте. Как будем повышать? Ну, берем русский алфавит с каждой буквы по одному наименованию. А, апельсины. Кто, наверное, помнит, вот кому за 55, они стоили рубль. До 71 года где-то рубль 40, зачетлив, ставит 2 рубля. Б, бананы. Рубль 10, зачетлив, ставит 2 рубля. Вот это реальные цены такой, вот, я просто помню. Там В, водка, стоила 3,62, зачеркиваю, ставила 4,42. Ну так, все буквы перебрали, доходит до буквы F. Говорит, да вроде все фрукты перебрали, что выбрать? Вот Брежнев встает, говорит, давайте на все повысим. Вот мой ремейк этого анекдота, мой личный ремейк про российских блогеров. То же самое политбюро, блогер, говорит, товарищи, давайте на российских блогеров подписываться. А как будет подписываться Леонид Ильич? А вот берем русский алфавит и с каждой буквы по одному блогеру. Там А, Аминозин, подписались. Б, Бабичев, вы подписались, товарищ Пельша? Да, Леонид Ильич, подписался. Там В, Вова со Львова. Вы подписались, товарищ Суслов? Да, подписался. Там Т, дневник почтальона. Вы подписались, товарищ Воротников? Да, Леонид Ильич, подписался. Вот так всех перебрали, доходит до буквы Ф. Вроде кого-то выбрать, хер знает. Брежнев опять стоит, говорит, давайте на всех подписываться. А вы откуда меня знаете? Я подписчик. А мне написали, у вас тоже канал есть, да, Дэн Клаб? Yes. А кто написал-то? Я пока... А, сейчас я пролистаю. ЧВК я вижу, может, у меня отстает немножко? На ВК-плее, на ВК-плее. А, у меня немножко... А, на ВК-плее написали. Да. А я на Ютубе смотрю. На ВК-плее у вас побольше, тут 45, а на ВК-плее 40. Сейчас маленько упало, 100 человек было, сейчас 52. Маленько снизился. А, не, наушники сели, нормально, я сейчас через микрофон разговаривал, через колонку, пока другие наушники, пока те заряжаются, эти пока делаю временно. Понятно. Я, кстати, и забыл запись включить, но у вас, я вижу, с перемоткой, сейчас с вашего перепишу стрима, чтобы ролик закачать. Ну хорошо, есть там какие вопросы? Да нет, все хорошо, я говорю, я сегодня нет, совсем я, даже... Сейчас я обозначусь на Ютубе, кто я есть. Ну я сейчас подпишусь на вас еще. Да, сейчас, момент. Я вроде уже 2 месяца здесь, а что-то вас не видел. Сейчас. Так. А у вас как канал называется правильно? Я вам сейчас, чтобы вы не ошиблись, вот я 2 плюса поставил в Ютубе. Олег Зентук – это 2-й канал, через него на 1-й перейдете. То же самое, только с большой буквы. А, также у Олег надо, да? 1-й, да. Вот это 2-й канал, а через него на 1-й перейдете. Пять тысяч 81 – это 1-й или 2-й? Это 2-й. 2-й, заходите на главную, главная страница, там будет 1-й. Ну там и 3-й будет, там и все будут.
А, ну и в описании, да, получается? Нет, ну в описании тоже есть, но есть такая страница «Главная» называется. Вторая строчка видео, а первая «Главная». Или «Домой» там по-разному. Угу. Все, подпишусь на все. Нашли Олег Демклуб в большом городе? Да, я вот сейчас подписываюсь. Ну, ну ладно. Приятно было познакомиться. Да, взаимно, взаимно. А вы откуда из такого города? Ульяновск. Ульяновск, понял. Родина Ленина, не Сталина. Ой, не Брежнева. Ну понятно. Ладно, еще раз всех благ, приветствую. Да, спасибо, спасибо. Наступает решительный момент. Повестки-то у всех на руках. Ну что ж, проанализируем обстановку. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не искушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русский — это какой, чей отвечает? 17 гривен килограмм оказалось. Ну и что из этого? Ну как? Килограмм. Это не очень дорого. 17 гривен килограмм — это не очень дорого. Вы... И вообще все, во всем мире яйца в мире меряются в килограммах, а не в штуках. Вы что, издеваетесь, что ли? У нас яйца в килограммах измеряют. Вы что, издеваетесь? Есть мелкое яйцо, есть крупное яйцо. Ну, и все равно. Разные. И цена разная. Игорь Вадимович. У мелкого яйца одна цена, у крупного яйца другая цена. Правильно. Ну, а если взять их в килограмме, взять их за килограмм, это будет универсальная цена. Ты черный жопа. Мне не нравится черный жопа. Ты черный. Наверное, зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгой да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храма. Демократия помойки. Моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько. Еще раз зафиксировали, Петр. Зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане. В Татарстане нету ни одной школы с татарским языком обучения. Это факт. Это факт. Ранее ж передали в 1922 році Воронежскую область. А в 22 году Львівська область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну еще в соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Мы сделали украинскому народу чудо. Витаяц, да, Украина, которая создана, мы покровительствуем.